22-летний инфорсер с кровохарканием. Рентген не показал ни трав, ни открытой формы туберкулеза, ни рака легких. Чейз, делаешь томографию, ищешь саркоиды. Это не саркома. А это что? Вы думаете, это рак? Скорее, тромбоз глубоких вен. Печеночная недостаточность может изменить гормональный фон. Вам прикольнее играть в хоккей, чем пялиться на сиськи? К счастью, иногда попадаются пациенты вроде вас. Чейз и Пак проверяете дома раздевалку? Рецепт на ганцикловир. Если у его соседа мононуклеоз, может, у него тоже вирус Эпштейна-Барра. Реаниматор вживо! Надо срочно делать плазмаферез. Прионовая болезнь объяснила бы усиление и ослабление симптомов. При отеке мозга, а у него он как пить дать есть, сверлить череп нельзя. Почему? Можно. Это не прион. Вирус Эпштейна-Барра наградил его мононуклеозом. Финальным свистком был плазмаферез. Улучшение списали на антитоксин. Хотя на самом деле это действовал плазмаферез. Верное лечение при неверном диагнозе. Возобновляйте плазмаферез, и он поправится.